Добрый день, друзья! С вами Лохматая Душа. Сегодня хочу поговорить с вами о детях. О маленьких, ушастых, лохматых детях. Тех, кого коробками выносят на мусорке, на остановке, под магазины или даже сваливают на обочины, в лесопосадке и везде. Скажите, что не так с людьми, которые несут их, слушая их плач и спокойно оставляя, твердо зная, что дети обречены на смерть? Что с этими людьми не так? Что не так с их психикой? Или, я не знаю, с чувствами? Как объяснить вот это состояние, когда они вот это творят? Что ими руководит? Давайте попробуем разобраться. Давайте попробуем задать себе этот вопрос. Что не так с теми, кто живет рядом с нами, учился с нами в одной школе, рожден также женщиной, воспитан? Что с ними не так? Откуда это, я не знаю, как назвать, равнодушие, озлобленность, жестокость? Как назвать эти чувства и почему они возникают? Меня это безумно мучает. Я никак не нахожу ответ на этот вопрос. Перед вами наши малыши. Те, кого удалось спасти. А сколько таких коробок с малышами, обреченными на смерть, остались незамеченными? И ведь смерть у таких детей страшная. Котят, которых мы достали, их сожрали заживо опарыши, и мы оказались бессильными. Они проели им животики полностью. Как мы ни старались, малыши ушли. Из пятерых выжил только один ребенок. Это те малыши, которых мы подобрали с пуповинами. Сутки на жаре. И заводится опарыш. Представляете, какая страшная боль, зуд, когда тебя сжирают заживо. О чем думают те, кто вынес и бросил? И почему в нашей стране мы никак не можем добиться, чтобы приняли закон об обязательной стерилизации всех питомцев? Об обязательной стерилизовать животных, что не представляют ценности для разведения и сохранения породы. Когда же наша Россия наконец-то встанет, встряхнется, оглянется, проснется? Когда же мы чувства наши начнем ценить? Перед вами наши малыши. Щенки, котята. Я сейчас хочу выпустить два ролика. Один о щенках, другой о котятах. И я рассчитываю, друзья, что те, кто неравнодушен, кому не все равно, вы отзоветесь и поможете нам. Переведете небольшую помощь на спасение этих детей. Мир делится на добро и зло. Кто-то выбрасывает, а мы с вами спасаем. Кто-то может взять домой и выкормить сам, а кто-то может перевести небольшую сумму и присоединиться своим теплом души к спасению этих деток. Я обращаюсь к вам, люди. Пожалуйста, мои хорошие, отзовитесь. Я буду вам искренне благодарна за помощь в спасении маленьких детей. Спасибо вам.